Всем привет! Это ТипТоп ТВ, я Марина, и вы снова со мной, я с вами. И сегодня мы с вами находимся в новогодней Икее. Давайте посмотрим на новиночки, что же Икея нам приготовила к наступающему 2018 году, для того, чтобы встретить его достойно и красиво. Давайте посмотрим на цены и ассортимент. И если вам интересна эта тема, то оставайтесь в ближайшие 10 минут со мной. Ну вот, например, такие украшения 75 сантиметров Санта-Клаус. Ну, прикольно, конечно, без глазиков. Ой, значит, 1300 рублей. Вот он какой без глаз. Видно, спит. Есть и поменьше, есть и побольше. Светильники, как и в прошлом году, из бумаги. Даже не хочется на них смотреть. И вот здесь, сейчас обойдем, посмотрим. Тоже все в черном цвете. Это что такое? Свеча греющая, ароматическая. Вот сюда нужно устанавливать. Вот. 349. И вот тут же и свечи. Есть и побольше за 1000. Вообще будет, конечно, красиво смотреться. Очень мало здесь представлено интерьеров новогодних и мало, естественно, игрушек. А смотрите, какие интересные тарелочки. По 199 десертные. Очень интересные, они серенькие. Вот они, эти Санта-Клаусы. И вот она, эта посуда новая. Смотрите, как будто бы плетеная, что-то как будто бы трикотаж. Очень интересные мисочки по 179. Так, это у нас наконечник звезда 229. Искусственный венок. Вот как основа можно что-то придумать, украсить. 800 рублей. Я считаю, дороговато. Тарелка для свечи 300. Вот такие. Ну, в общем, здесь все собрано для встречи Нового года, для празднования. Вот так Икея предлагает оформлять в этом году. И вот в красном цвете. Какие интересные. По 179. Вот с рождественской звездой, что ли. Поярче. И посмотрите, какие мисочки по 149. Вот. И салфеточки под приборы тоже интересные, красивые. Вот они какие. По 129. Яркие. И большие миски, салатнички. Что-то цены я не вижу. Вот по 299 рублей. Какая интересная елочка с веточками вниз. А это что такое? Формочки для печенья. Посмотрите, какие классные. $149. Коробочки. Емкость 300 рублей. Так, олени. И коврики для выпечки по 249. Фартуки. Ну, фартуки обычные. Хлопок или лен. И гирлянды.
коробочки подарочные, 249 рублей за 3 штучки. Ну, не знаю. Рождественский календарь, 24 ящичка. Пронумеровать коробочки можно с помощью прилагающихся наклеек за 500 рублей. А, вот он, смотрите, как интересно. Вот он. Ой, какие малышки красивые. Россия. Украшение шар. Смотрите, какая красота. Это ярлычки для подарков, ленточки всякие, это ткань, 199 рублей, 5 метров, тесьма, вот, красиво, для упаковки, вот это хорошая ленточка, она даже нужна и для всевозможных, для подделок, для DIY, иногда ее прям днем с огнем не сыщешь. Давайте посмотрим, сколько стоит. Нет, это не то. Так, а интересно, самое нужное нет. Скотч. Скотч новогодний какой. 15 метров, 249 рублей. А где же? Где же эти ленточки? Тесьма. Вот оно, но тут нет красный с белым. Как всегда. А елки как настоящие. Посмотрите, у них даже там коричневая, как кора. Вот, и веточки все такие неровные. И вот, вот так вот немножечко они округлены. Растение искусственное. Вот 180 сантиметров. Для дома, для улицы написано 3000. И вот четвертый размер, самый большой, 6000. Двухметровая. Но она прям очень натурально выглядит. И вот эти мне нравятся. Какие-то горные. Ели с опущенными веточками. Вот они, тоже хорошо смотрятся. Вот они, эти веночки.
за 800 рублей. И можно купить малышей таких и оформить красиво. О, со звездочкой. Ну вот и все на сегодня. Если обзор был вам интересен, а также полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока и оставайтесь со мной!